Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео мы познакомимся с таким растением, как будра плющевидная. Это тоже лекарственное растение, которое произрастает у нас почти что везде. В огородах, вдоль дорог, около жилья. Даже очень много их в поле, вот возле речек. Кстати, очень много его именно возле речек. Ну, любит она такую немножко сырость. Растение очень хорошее. И использовать ее лучше всего, конечно, в свежем виде, потому что основные полезные вещества сохраняются в свежем виде. Ну и сушить можно. Где использовать? Вот хорошо будру собирать и прикладывать к таким больным местам, как раны, язвы, долго не заживающие раны, гнойные, особенно те, которые долго не поддаются лечению антибиотиками. Вот насчет этого будра лечит отлично. У нее настолько повышенные антибактериальные, противогрибковые свойства, что с нею не сравнятся многие даже антибиотики. Очень высокие действия антибактериальные, поэтому прям свежую траву. Вот есть у вас раны незаживающие, какие-то нарывы. Вот, прикладываем свежую траву. Очень быстро все заживает. Это лучший антибиотик. Кстати, очень хорошо его использовать при различных именно кожных заболеваниях. Вообще, это самое лучшее растение, одно из лучших растений для лечения кожных заболеваний. В том числе таких болезненных, как вот, я говорю, язвы, всевозможные незаживающие раны. И еще ее можно использовать, делать отварчики и женщинам использовать в качестве спрессования при всевозможных таких бактериальных заболеваниях. И когда появляются бели, также при молочнице очень хорошо помогает. Поэтому молоденькую можно заваривать и использовать в качестве спрессования. Но оно еще работает как отхаркивающее средство. Хорошо помогает при кашле. То есть, если и вы засушите такую прекрасную траву, как будра плющевидная, то ее можно добавлять в сборы при заболеваниях простудных, при кашле, когда бронхиты, когда простываем. Она прекрасно работает как отхаркивающая. Еще у будры есть такое хорошее свойство. Она повышает селекцию желез пищеварительного тракта, то есть улучшает пищеварение. То есть, у кого есть проблемы с желудком, какие-либо проблемы. Бывает такое, знаете, вот дискомфорт в животе, плохо переваривается пища, отрыжка, метеоризмы. Позаваривайте будру, буквально 2 чайных ложечки, только свежей травы. Я говорю как раз о свежей траве. Я говорю, сушеная, она немножко теряет много своих полезных свойств. А вот свеженькая, она идеально работает. Завариваем, настаиваем стаканом кипятка, настаиваем. Как она у нас остудится, добавить можно немножко меду и пить в течение дня. Улучшает пищеварение, кстати, очень хорошо, и помогает в выведении камней из желчи и почек. Кстати, тоже можно использовать в качестве мягчительного средства, как для отвода камней. Но только используйте свежую траву. Очень хорошая трава. Используйте в свежем виде по желанию. Но на зиму можно ее набрать для косметических средств. То есть я советую женщинам, вот кто любит свою кожу, ухаживает за ней, любит именно использовать натуральные средства, соберите будру. Если вы делаете какие-то отварчики хорошие такие для ухода за лицом, за кожей тела, обмываетесь после баньки там отварами, соберите будру и добавляйте ее в сборы для ухода за кожей. Вот такое прекрасное растение. Растет оно почти что везде. У многих в огородах оно даже растет. Вот смотрите, оно чем отличается? То, что оно такие у него очень приятный запах. Да, такой, ну, кому-то, может, и не нравится. Вот такие вот у него листочки. И около листочков в пазухах вот такие губоцветные цветы сиреневые, маленькие. И оно вот такими куртиночками, потому что оно распространяется этими корневыми отростками. И вот оно куртиночками-куртиночками растет. Очень хорошее растение. Я даже советую посадить, у кого есть дача и огород, посадить в огороде. Хорошее средство при лечении различных порезов, ожогов, язв. Свежим только используем. Собрали, приложили, все зажило. Хорошее средство, очень хорошее. Вот такое прекрасное растение советую даже посадить в огороде. Ну а всем, кому понравился рассказ про такое растение, как будра плющевидная, поставьте нам пальчик вверху, будем благодарны. Всем до новых встреч, пока!